Всем привет, ребята, и вы на моем канале Губка Боб. Квадрат Нарстон Геймс, и я сам Губка Боб. Сегодня мы будем играть в игру под названием Bad The Boss 4 часть. Я еще и первую, третью, вторую сниму. Так что ждите продолжения этой истории про босса. И у нас тут подсказка. Вам это надо... Вам этого недостаточно? Откройте меню и возьмите оружие. Так. Нажмите, чтобы купить карандаш. Чё? Ребят, мы можем купить карандаш. Ну ладно, чё? Итак. Нажмите, что? Да чё это такое? Так, в меню можно... Так, и у нас июнь, ребят, день лета. Кстати, вы спросите, почему я давно не выкладывал видео. Но я тут отдыхал, как вы видели. И, кстати, это судоку, я на планшете играю. Кстати, да... Кстати, сколько ему еще жизни-то? О, я выиграл. Его можно воскресить. Так, ну теперь босс установил. Босс установился. Так, тут еще и магазин какой-то. Какая загрузка? Я не хотел. Я хотел загрузку. Пипец полнейший. Теперь еще и ждать эту загрузку. Это у нас вариантов. Это полная жесть. И, кстати, ребят, тут еще и стекловый босс-суп. Может, купим вот эту вашу Машу босс-суп. Похоже, про нашего босса сделали суп. Блин. Так, ребята, и чё? Суп-босс? И чё это сделает? О! Зато может попить этого босс-супа. Ну, прикольно, ребята. Только это вообще не так. Стреми. Так, карандаш. Можно... навредить. Карандаш, босс-супу, нет! Это нельзя навредить. Ой, чё за Мара? Тамара Сергеевна. А спасать-то? Ребят, у нас повышение. Вау, бриллианты, да. И мы можем опять купить какое-то новое оружие. Хотел проигрывать Вулкан, а ты знал, что есть приложение, которое взламывает алгоритм слотов, и выигрыши выпадают в 5 раз чаще. Начать можно всего с 50 рублей. Торопись, пока приложение еще бесплатно. Срочно скачивай, пока действует взлом. Итак, ребят, на чем мы остановились? А, да. Убивание босса. Ох, ты же гаденыш выжил. Так, давайте-ка, ребят, заберем все бриллианты. Кстати, когда мы уже выйдем на огромную карту? Я уже не с нетерпением жду. Ага, так 6.
Ага, что-то у нас полстаканчики. Поп-стаканы. Стаканчики у нас тут поп. Так, здесь можно взять... Так, я недавно у нас что-то. А, недавнее можно взять. Тут Пепсико и Кока-Кола. Отсылочка, короче. Почему-то... Ах, да, оно горячее. Оно горячее тут. Все, мы победили. Мы победили. И, кстати, ребят, у нас прибавились. И мы можем купить шарик с водой. И скоро мы наклейки купим. Так. Чем эти шарики с водой страшные? Ага, можно кидать. Я привык к карандашам. И там еще и красномет какой-то. Краскомет. Не знаю, что это. Но для него понадобятся ингредиенты. Они так у нас уже есть. Ох, опять этот боссик у нас тут бежит. На-на-на. На, мелкий... Итак, мы еще подняли. Да, теперь у нас целая карта. Попробуй одолеть всех моих друзей. Босс? Да, это я, босс. И тебе никогда не выиграть мне. И моих друзей. Полезай в игру. Черт, я экспериментатор. Экспериментатор новой технологии под названием Босс. Пипец. Это полная жесть. Это полная жесть, ребят. Это полная жесть. Ребята. Опять у нас что-то это. Так, ребята, это просто жесть. Это что такое? Опять Google. Блин, уже запускается. Меня никогда не победить. Во всем я. Или какой-то конь. Я не конь, я смешан с собой. У меня есть магическая вода.
Блин, ребят, не сохранилось. Черт. На. Карандашом. Ах ты ж черт. Ага, так. Мы ошиб... Так, теперь мы купим наклейки. Так, что они делают? Ого, наклейки мочат просто. Он еще боится наклеек. На тебе. Не делаешь. Ах, все у тебя в гроши. На, все ты. Так. Так, ребят, теперь мы можем попасть в целую карту. Вы реально, ребят, долго этого ждали.